собрать представителей органов власти и судебных инстанций, обговорить рабочие вопросы усложнившегося закона о контрактной системе в сфере закупок. Такова задача семинара-совещания территориальных органов антимонопольной службы. В правительство региона приехали представители УФАС со всего ЦФО. В течение 2 дней они обсудят проблемы размещения и контроля заказа по новому 44-му федеральному закону. Павел Коньков отметил, что с новым законом уже есть проблемы. Сегодня проблемы, с которыми мы сталкиваемся, вот департамент конкурсов и аукционов должен в мае разместить более 700 торгов. Это связано с тем, что минимальная цена, которая обязана, должна быть вынесена на конкурс аукционный, она серьезно уменьшилась. Благодаря новому закону появилась возможность расторгать контракты с производителями, которые некачественно выполняют работы, снижать первичные цены. Основное преимущество закона в том, что он комплексный. Теперь вся цепочка от планирования заказа до контроля результатов и аудита прописана в законе. Больше проблем на стыке правоприменений быть не должно. Сейчас, помимо информации о тех торгах, которые проходят, размещаются контракты, полностью можно посмотреть, за какую цену было куплено, сколько было участников, были ли жалобы на этот торг. Какие решения по жалобам были приняты? Сейчас прозрачность значительно возросла. Обеспечивает новый закон и снижение антикоррупционных рисков. Теперь участники торгов могут обжаловать их результаты. Предполагает 44 ФЗ перед проведением крупных закупок их общественное обсуждение. Таким образом, в законе прописан контроль социума над работой чиновников. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.